Yes. Ja tiri da ti ta ta she dri ta dai a ta ta te ti te te ta 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 sha la ma pa ste de te de te te pe pa pe pa sa bre. Всем привет, меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Ребятки, так я начинаю свою новую вышивальную неделю, и по традиции я ее начинаю с котика, постольку-поскольку я хочу как можно быстрее закончить своего котика. Давайте посмотрим, на каком этапе я остановилась в конце июля. И сейчас я приступлю и постараюсь закончить вот этот верх. Фон, цветочки, как обычно. То есть закончу верх, наверное, наверное, и приступлю уже к низу. Но в любом случае хочется мне быстрее закончить вот этот верхушечку, потому что потом меня ждет еще бэк. Не забываем, а бэка, вы знаете, в Диме достаточное количество. Итак, я приступаю, встретимся с вами через секундочку. Прошла секундочка, а у меня прошло 2 вышивальных дня. Я не показывала вам первый свой вышивальный день, чем он закончился. То есть я вам сказала, что я буду вышивать фон вверх. И я решила, что нечего показывать. Там 2 цветочка, как говорится, 2 прихлопа, 3 притопа или 3 притопа, 2 прихлопа. Поэтому решила вышить 2 дня и показать уже результат, какой есть на сегодня. Итак, давайте я сейчас приближу и покажу вам. Так, ну вот вы видите, что я в принципе заполнила вот это все пространство. Тут, кстати, у меня вот одна клеточка пустая, рыжий цвет, не знаю, как я оставила, но вот надо заполнить вот такой, ну, рыженький, не знаю, почему я пропустила, как я пропустила. И вот здесь бежевый тоже, вот одна клеточка. Непонятно, каким образом я упустила этот момент. Отвлеклась, наверное. И вот я дошла, видите, здесь пространство беленькое, не зашитое, несколько крестиков. Я не знаю, я, может быть, в одну ниточку полукрест все-таки зашью. Я не очень люблю, как будто такое, на мой взгляд, пятно остается незаконченное. И вот я сегодня буду вышивать вот эту часть. Да, то есть вот это вот уголочек у меня остался, вот здесь треугольничек, ну вот и немножечко, сейчас вам покажу, немножечко вниз пойду по прямой, вот сюда, да, ну вот. В общем, буду спускаться немножечко вниз. Вот тут вы видите у меня пустоты, вот здесь пустоты, то есть я пойду теперь вниз до финала, до конца. Вот вы видите, у меня тут такой кусок приличный. И потом мне опять надо будет переставлять пяльца, потому что там будут божьи коровки и тоже, по-моему, цветочки. И вот этот кусочек, видите, у меня неудобно тут дошивать. У меня даже ниточки не срезаны, потому что я буду продолжать. Но сначала все-таки я сегодня хочу закончить вот этот вот уголочек, который у меня остался. Ой, не знаю, вот сегодня будет третий день. Как-то я хочу котика все-таки добить. Посмотрим, что получится. Но мне нравится, как выглядит. Очень такое нежное. Вы знаете, какой-то... я когда издалека смотрю, мне кажется, прям на гобелен, что ли, похож. Или на какую-то такую вышивку в старом стиле. Не знаю, у меня такие ассоциации. Я не понимаю, почему, но вот что-то такое старинное. Несовременно, как-то так. У меня такие ассоциации. Ну окей, ладно. И сегодня третий день, и я продолжаю котика. Встретимся, как всегда. Ребят, прошло 2 моих вышивальных дня. Ой, сегодня нету ветра, я переместилась сюда на улицу. Слава богу, буду сейчас вышивать. Но я, как всегда, я котика вверх... Сейчас покажу, я вышила и переставила уже пяльца, спускаюсь вниз. Вы представляете, я забыла вам показать, верх весь здесь, все у меня уже вышито.
Ну да ладно, что теперь делать? Потом покажу, когда уже закончу. И, как я вам говорила, я хотела спуститься сюда, вот эту часть всю вышивать, но почему-то я начала, потому что я знаю почему, потому что здесь вот с этой стороны у меня были там парочку крестиков пустых, и я решила уже вышивать вниз дальше. Тем более, вы помните, у меня же эти ниточки здесь болтались, как раз которыми я вот вышивала. И вот видите, я тут уже лапушку вторую, фон тут весь довышивала, лапушку, вот тут пузико немножко. Ну, в общем, сегодня, я не знаю, наверное, я довышиваю вот эту часть, лапку всю, я так думаю. И это будет мой четвертый вышивальный день с котиком. И остальные дни я посвящу ромашке от Теи Гувернер. И вы знаете, почему-то у меня ручки чешутся приступить к третьему чайничку. Как вы помните, я говорила, что третий чайник я хочу вышить в августе, чтобы с сентября уже, по крайней мере, закончить котика, закончить свои чашечки, и останется ромашка, аврора, которая у меня будет до конца года, если не дальше, не знаю, как карты лягут. Но я, естественно, хотела взять какой-то сюжетик новогодний уже, потому что, ну, вы знаете, что я вышиваю медленно, и как раз мне каких-то 5 месяцев, может быть, я успею за 5 месяцев вышить какой-то из новогодних сюжетов. Ну вот так, 3 вышивальных дня прошло, приступаю к четвертому и покажу вам уже, наверное, завтра или сегодня вечером, что я навышиваю. Ну, посмотрите, какая у нас сегодня погода. Боже, когда я на выходные вышивала Аврору, был такой ветрюга, и вчера был ветрюга, я никак не могла вам нормально снять видео, а сегодня, видите, ну да ладно. Бывают и такие денечки. Все, тогда до встречи через минуточку. Итак, мои хорошие, закончился еще один мой вышивальный день. И, как я говорила, я вышивала, я не знаю, это хвостик или лапка, ну, в общем, кусочек тельца, который у меня здесь был, остаточек. И продвинулась даже вот сюда. И если вы заметили, то вышила немножко вот этой зелени. То есть, в принципе, свой план я сделала. То, что я планировала вышить за эти 4 вышивальных дня, я вышила. Закончила весь верх, правда, вам не показала, но покажу потом уже. И спустилась вниз. Вот здесь, которые были промежутки, вышила. То есть, хвостик и вот эту вот еще даже зелененькую веточку. Так что здесь у меня будут цветочки, по-моему, если я не ошибаюсь. Тут божьи коровки где-то. Ну, в общем, мне еще немножко тут осталось доработать. Хотя, вы видите, совсем осталось чуть-чуть. Так что, ну и бэк, конечно же, без него никуда. И сейчас я, наверное, 2 дня, последние мои 2 дня из моей вышивальной недели опять буду вышивать ромашечку. Давайте сейчас я вам напомню, на каком этапе я остановилась, для того, чтобы увидеть продолжение. Итак, смотрим. У меня вот что тут, серединочка. Вот эти части я уже довышивала. Немножко фон закончила, да, и лепесточки. Здесь тоже вот какие-то были у меня сероватого цвета клеточки пустые. Тут так незаметно, конечно, но, знаете, 2 клеточки там, 3 клеточки там, и все равно потихонечку вышивается. Итак, я, наверное, что я буду делать? Я, наверное, сейчас буду заполнять вот эти промежутки, вот эти, то, что вы видите, такие пустоты, да, потому что всегда это лень как-то делать, всегда хочется идти, скажем, вот где побольше крестиков, чтобы как-то побольше пространства заполнить. Но вот эти единичные, которые здесь, вот видите, раскиданы тут, как мне лень, но, честно вам скажу, но я все-таки, наверное, возьмусь и вот буду их вышивать сейчас. Итак, все, я приступаю и покажу вам, что у меня получится. Итак, повышивала я вчера, заполнила пустые клеточки, но не все, вы видите, все равно еще остались, но я брала определенный цвет и этим цветом заполняла все клеточки. Цвет вот такой достаточно темный, вот все темные вкрапления вот такие, это то, что я вот здесь, это то, что я заполняла. Эти уже клеточки другой будут ниточкой, поэтому
Ну, я так постепенно, знаете, беру. И, конечно, работы, кажется, там один крестик, там один крестик. А выходит, я где-то 2 часа сидела, только вот эти вот пустоты заполняла. Представляете, сколько времени? Если за 2 часа ты можешь вот вышить, я не знаю, кусок, да, то здесь ты только вот эти клеточки туда-сюда, потому что, ну, надо внимательно по схеме смотреть, где конкретно этот цвет. Потом немножечко я вот лепесточек тут уже вышила. И что я хотела у вас спросить, попросить вашей помощи или вашего мнения, совета. Я вот не нравится мне, как в одну нитку выглядит этот черный цвет на белой канве. Видны всякие какие-то узелочки, ниточки. Там я сзади очень хорошо закрепляла, не протягивала. Там у меня протяжек нету. Если кто-то может подумать, что это протяжки, нет, не протяжки. Вы видите, что я закрепляю узелочком и вышиваю. То есть все очень аккуратно, никаких там ниток таких нету. Кстати, ниточка вот у меня будет тут, полукрест вышел, потом уже не видела, темновато для меня было, оставила. Итак, вот смотрите, я сейчас приближу. Вот, в одну, и вот этот сейчас, наверное, вам надо еще ближе. И это я маленький кусочек вышила в 2 ниточки. Ну вот посмотрите, как вам кажется, либо мне заполнить вот эти все пространства в 2 ниточки, тогда и цвет более какой-то черный, насыщенный. Или вот смотрите, я перевернула в 1 ниточку. Вы видите, все какие-то недочеты ниточек, они видны. Причем я говорю, я закрепляю это хорошо, это не то, что там, я не понимаю почему. Ну вот или этот, или вот, вот, кстати, вот так вот будет видно в 2 вместе. Как вам кажется, посоветуйте мне, что лучше, так или так. Буду ждать вашего совета. Пока черный фон тогда вышивать не буду. Буду вышивать, сегодня последний день, кстати, буду вышивать цветочек опять. Итак, закончился еще один мой вышивальный денечек. Ну, смотрите, я не очень много повышивала, немножечко серединку, как всегда. Но в основном я вышивала вот этот лепесточек белый. Здесь как бы 3 цвета разных. И вот, но вышивала не очень много. Ну, как есть, так есть. Что делать? В любом случае, продвижение есть. Опять же, напоминаю вам, пожалуйста, напишите мне насчет вот... я тут, видите, ниточка болтается. Насчет черного цвета. Как мне сделать? Все-таки делать в одну клеточку, в одну ниточку, вернее, клеточки, или в 2 ниточки. Мне нравится больше вот этот... черный цвет, конечно, он не просвечивает, белая канва не просвечивает, мне кажется, гораздо лучше. Но не знаю, напишите мне в комментариях, для меня это важно. Итак, всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. И, как всегда, кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарий, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, чао!